Я вот тебе дальше потащил опять. Не подавись туда. Ну как? Здесь. Как там можно? Все как свинюка перебрала. Ну дайте ребенку свободы. Ну что вы? Спокойно. Ребенок в естественной среде. Поросенок в естественной среде. Ну это уже другой разговор. Очень культурно вытирают все. Ну, а то, что рукавами вытирают, ну, салфетки надо прилаживать к рукавам. Или прикладывать. Дедушка, чего вы ничего не едите? Я перевариваю то, что съел. Вы это чудо видите постоянно, а я не часто. Я вот сяду около телевизора, включу и буду с ней кушать. И если я с ней договорюсь, чтобы она в скайпе со мной завтракала или обедала, значит, будем обедать в скайпе или в вайбере. Бабушка, твоя рука постоянно тут. Уже наложи себе как следует. Все, вот прожорливая бабушка. Пойди по воле, не мешай дедушке. А какую ты песенку поешь? Вот нету этого на телевизоре. На телевизоре нету? А есть. У вас есть на телевизоре эта песенка? Это специально к столу, да? Это и песенка для мычания? Я знаю, это, наверное, в лесу родилась елочка, да? Нет? Вечер. Это не в лесу родилась елочка, нет? Ну точно же не хуже. Как ты заметила эту траву? Света, она такой с корейской морковочкой, поэтому.